Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у нас необычная тема. Необычна она по той причине, что я еще не касался этой темы в видеороликах на своем канале. Она посвящена тортам. Почему именно тортам? Ну, потому что торт – это неотъемлемая часть стола на семейном торжестве. А так как у меня приближается определенная годовщина, и я люблю сладкое, то, естественно, передо мной встала дилемма или купить торт, или приготовить его самому. Для того, чтобы одно из этих двух исполнить, необходимо знать цены на торты, а также цены на основные компоненты для его приготовления. Вот поэтому мы сейчас с вами отправимся в наиболее крупные торговые сети в нашем городе. Это торговая сеть АТБ, Таврия В, Сельпо, а также заскочим на рынок Северный и проанализируем, что же почем, сколько стоят и какие есть торты, сколько стоит сливочное масло, а также сколько стоят яйца. Ну что, вперед! Итак, начинаю с супермаркета АТБ. Вот они тортики. Цены. Сколько же весит этот тортик? Интересно. Сколько он весит? Весит тут не видно. Не видно. Стоит он 114 гривен 70 копеек. До 3 декабря он съедобен. Ну, во всяком случае, где-то, наверное, вместе с коробкой грамм 700. Не больше. А, масса даже, я ошибся, 450 грамм. 450 грамм тортика стоит 114 гривен. Чуть побольше видно килограмм. Сейчас мы посмотрим. 850. 155-50. Ну и вот так. 167. Это у нас киевский. На киевском что-то стоит. Вот тоже киевский. Цена непонятна. Ну, в общем, все ясно. Качество оформления. Ну, примитивное. Примитивное. По бокам крошка шоколадная, бордюрчик, цветочки, ягодки из консервированных фруктов. Вот совсем маленький тортик, 57 гривен. Сколько же он весит? О, ну здесь масса полкило. Он маленький, но тяжеленький. Вот еще. Ну, в принципе, все, что здесь есть. 109 гривен. Пойдем смотреть, что у нас с яйцами и маслом. Яйца. Ну, цена такая же, наверное, как и везде. Одно яйцо куриное стоит 2 гривны 45 копеек. Ищем масло. Нашли масло. Масло. Ферма. Масло Ферма. 400 грамм. 73% жирности. 70 гривен. 200 грамм. 83%. Или 63. Непонятно. Вот, 32,90, 33 гривны.
Масло фирма 73%, 36%, 82% фирма, 5,5%, 40-70%, 200 грамм. Это по 200 с лишним гривен килограмм. Обалдеть. Масло солодко-вершковое 200 грамм. Получается 28,55, это по 140. Ну, в общем, с маслом практически все понятно. 82% с половиной, 33,90, 34. Вот оно масло. Масло селянское. 32,60, 33 гривны, 200 грамм. Обалдеть. Сумеш. Рослина вершкова. Ну, это вообще круто. С маслом все понятно. Итак, я в магазине Сельпо. Смотрим цену на яйца. Цена улыбается. Яйца тоже. Идем дальше. Что предлагают из десерта? Цены красивые. И десерт тоже красивый. Но как на вкус. Нет, я не выбрал. Переходим к стойке с тортиками. Цены явно кусают. За такие деньги тортик должен быть, ну, я не знаю. Это маленький. Маленькие тортики. Побольше и цена. Соответственно. Вот совсем маленький. Идем дальше. Вот еще. Другой производитель. Что же там за торт? Масло молочное 82%, 400 грамм, 163 гривны, 74 копейки. Ну и представьте себе,
72%, 200 грамм 36%. Масло вершковое 80%, 200 грамм почти 60 гривен. Ну, 59,99, 60 гривен считайте. Ну, цены на масло. А масло французское 84,59, 200 грамм. Вот вам и цены. Следующая наша точка — это рынок Северный. Ищем масло и яйца. Тортиков я не нашел. Там, где сидели с тортиками, уже не сидят. Следующая точка наша. О, масло Попельняк. Масло натуральное. Масло молочное. Масло молочные мечты. 1 килограмм. Так. Скажите, пожалуйста, а что такое масло Попельняк? Все что? Да, сколько процентов масла? 82? Ну, хорошая приемлемая цена. Вот видите, на рынке масло 82% можно купить за килограмм по 77 гривен. Идем дальше. А домашняя маслица почем? 60? 160? Или 60? 160. Спасибо, 160. Хорошо. Яйца, надо найти яйца. Масло Попельняк здесь уже на 50 копеек дороже. Хорошо. Вот и яйца. Яйца. Но это не домашние, да? Это да, это фермерское яйцо. Очень хорошее. Чье? Фермерское. А, фермерское? Да. Понятно. 2,90, 2,80, 2,70. И тоже 2,70. Да. Понятно. Ну, дороже, чем в магазине. Но, говорят, фермерское. Ну, очень хорошее, очень вкусное. Желтенькое. Да. Видите? Спасибо. Следующая точка наших исследований — это магазин Таврия в Сити на поселке Котовска. Так, что предлагают здесь? Десерты, в принципе, те же самые, и цены не очень-то разнятся. Тортики примитивно, бордюрчик, орешек, ниточка, цена 140 гривен, пражские называются, супер пражские, вот поменьше, Сникерс, цены не вижу, может быть, где-то там есть цена, но цены не вижу, зато без ГМО, Моника, ну, 3 вишенки. Супер. Сколько стоит? Ну, наверное, тоже где-то в пределах 140. Потому что лямур маленький, грамм на 500.
ничего больше не видно. Супер мелкие эклеры. Пирожные. Все, что мы тут нашли. Торт сметанковый. Торт шоколадный. Торт фруктовый. И торт бабусин медовик. Все. Еще тортики нашел. Ну вот, смотрим цены. Такой маленький, кокосовый. 65 гривен. Весу 582 грамма. Такой вот торт шоколадно-ореховый. Тоже вес его 886-120. Ну, тоже тут примитивные узоры, но зато шоколадом 207 и 1,5 килограмма весит. Ну, наверное, за счет шоколада. Здесь вот 422 грамма 61 гривна. Вот. Ну и та же Моника, пташино молоко 133 гривны на килограмм веса. Пинчер бисквитный. А сколько же бисквитный этот? Ага, бисквитный 118. При весе килограмм 184 грамма. Ну, бисквитный — это самый простой, самый дешевый торт. Мы потом посчитаем, сколько же он обойдется, если его делать самому. Лямур, пинчер, то, что мы уже видели. Вот здесь торт тирамису фруктовый. 786 грамм, 107,94. Ну, 108 практически гривен. Что мы тут наблюдаем? Здесь в коробках праздничные, киевские, грильяжные. Вот. Цены 201, 263, 159, 164. Ну, вот видите, что меньше 100 гривен. А вот есть тут какой-то торт пражский с вишневым. 450, 500, 89 гривен. Еще пражский за 79. Ну, такие цены. Так что будем думать. Яйца 2,24. Дешевле, чем сельпо. И дешевле, чем ВТБ. Такие вот яйца. Ищем масло. Ищем масло. Вот масло. Что мы тут наблюдаем? Масло селянское. Масло селянское. 82%. 41,32. Масло селянское 63%. Ну, это же не масло. Бутербродное. Ага. Ну, нам бутербродное не нужно. Масло ферма. 200 грамм 44,54. Масло славянское, баштанский экстра, 82,5%, 38 гривен. Ну, в общем, такие цены. Это 38 гривен за 200-граммовый брикетик. Вологодская 36 гривен, ну, 35,91. И здесь 73%, селянская 33,50 за 200 грамм. Ну, вот с маслом тоже все уже понятно. Масло еще вот 73%, 200 грамм, 30 гривен. Масло Килья. 73%, 200 грамм, самое дешевое. 22,96, ну, 23 гривны. Вот Килья Вологодская, 24,65. То есть местное масло подешевле, завозное все дорогое, как понятно, должно быть. Ну, с маслом, думаю, мы закончили. Итак, мы обследовали все
основные торговые точки, которые были поблизости, это супермаркет АТБ, супермаркет Сельпо, в семье на поселке Котовского, супермаркет Ария В, в сити-центре, также на поселке Котовского, и рынок Северный. Теперь надо проанализировать цены и сделать вывод. Итак, я пришел к выводу, что надо делать торт дома. Он обойдется мне всего в 37 гривен максимум. Ну, плюс 200 грамм орехов, которые я не покупаю, естественно. А у кого их нет, тут потратится еще на 200 грамм орехов. Если вы захотите торт с кремом белково-заварным, чтобы он был у вас более праздничный, это вам обойдется еще на 10 гривен дороже. Приятного аппетита!